Найткор ТМ-36, тест небольшой на улице. Освещенность вот такая, то есть на улице светло довольно. Да, делаем максималку. И получаем отличный сфокусированный луч. Типа вот. С дополнительными ореолами, которые рассыпаются. Засними, как далеко, как широко он уходит вот, внизу, как он падает. Да, да, засветочка тут очень широкая. Так, пройдемся. Башка у фонаря огромная. Да, по режимам сейчас минимальный. Довольно-таки заметно это всего лишь. Сколько здесь у нас? Сколько минимального? 50 люмен вот это всего лишь. 50? Полтинник лупит он, да. Мне кажется, тут поболее. Ну, ты учитываешь, что он бьет еще насчет того, что у него хорошо сделанный диффузор. Диффузор. Рефлектор. Рефлектор, да. Сигналочка. Ну, не вызывай у людей эпилепсию, не заставляй их туда. Мне на них поп. Да я не думаю, что засветка сильно там. Не, на самом деле, на эпилептика работает. А ну поближе посвети, спусти аккуратненько вниз. И просто сюда в угол посвети. Да, 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 да. Да, и подальше теперь наведи на дом, и ну, сейчас человек уже пройдет, и просто на деревья туда вглубь, вправо сместится. А это все делается немножко проще. Да, да, да. Короче, конечно, условия не особо для тестирования. А, вот этой туда, штукой ну. Можно делать джедайский гигантский меч. Белого цвета. Да, я вот такой джедай. На самом деле отличный, что высечь тонкие кромки деревьев, отлично просвечивает. Да, 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 да. Видно, как я приблизил, да. Там видно, наверное, на приборе. Люди проснутся, честно. Да, сейчас проснутся. А вот я, кстати говоря, вот поворачиваю, ну вот, смотри. Да, вот, вот здесь получше видно. То есть он пробивает. Там день просто. Там сторож сейчас в диком шорохе на проходной, что происходит. А ну, включи нижний вот на таком расстоянии. А какой нижний? Полтинник, 50 люмен. Начали. 750 люмен включили, бордонте, да что ж такое. 180 люмен там вообще-то. А, вот. Ну 180, да, потому что 50 что-то да. Слишком ярко было. Это потом у нас 400 люмен ровно. Потом идет, по-моему, 530 люмен. Да, 530 люмен. И дальше у нас идет 750 люмен. Вот, а теперь у нас идет максимум, это 1800. 1800, да? Да. То есть вот эта штука работает вот так вот. И даже видно вот тебе, да? Ну, видно? Наверное, камера, она сейчас положит. Нет, ну видно именно четко, вот да, круг да, такой, да. Который светится. Димончик, подержи. Ну что, продолжим тестирование. Аккумуляторы в тех фонарях есть? Да, конечно. R40. Приехал не так давно, потому что новинка конца 2016 года. Заявленных 1000 люмен, куча вариантов зарядки с помощью док-станции, с помощью USB и сколько там, 520 метров яркости. Непонятно. Собственно, вот. Свет холодный в обоих фонарях. Доминирующая часть света будет всегда холодная, потому что теплый свет у тебя дальше 100 метров нормально светить не будет. Ну вот, минимальный, как бы его ну, толком не видно перед собой где-то здесь вот посветить, и вот он теряется там ну, на расстоянии 10 метров, грубо говоря. Дальше идет второй режим уже его. Ну, ну, давай на вот этот что последний ты сюда. Здесь? Угу. Да, пожалуйста. Тут видно по третий режим. По люминам что там? А по люминам не помню, надо чекать. А, и последний 1000. Ну то есть средний. Максималка сколько ты говорил? 1000 люмен. Ну, или вот дистанция 1000. Света. 520 метров на 1000 люмен. Ну, принципе, нормально валит. А ну на тот дом. Надь, пожалуйста. Угу. Ну, расстояние до дома, давай скажем. Ну, метров 50. Метров, да, я думаю, даже может побольше, да? Может и больше. Метров 60, может быть. И опять-таки, если мы светим вверх, мы получаем джедайский меч. Не такой яркий, не такой мощный, но джедайский меч. Ну, при этом фонарик там меньше в 5 раз. Да. Вот. И нет башки такой здоровой, широкой. Ну, при этом, при всем, он у нас справляется. Дальше у нас на очереди это MH12. Те же самые 1000 люмен, форм-фактор сигары, дюймовый 2,5 сантиметра. Те же самые 1000 люмен, 232 метра света. То есть первый опять-таки привет, медвед. То есть уже там не видно. Второй еле-еле видно. Третий. И четвертый. Но здесь 4 режима яркости всего. Ну то есть здесь он такой более, видишь, широкий. Да-да-да, более но размытый. В условиях ночи нормально, не вот этих вот кучи фонарей. Ты а ну поближе под ноги, чтобы было видно, насколько он действительно. То есть центральной такой точки прямо нету яркой.
Тут в этом смысле что-то есть, но не ярко выраженный подход. Ну не так, как на предыдущих, тут более комфортно в этом смысле. Для примера, вот допустим, МТ-10 мой, да? Вот он красный включил у меня. Особенность МТ-шек, кстати говоря, очень многие. Ну, собственно, вот. В какой-то мере мой даже, наверное, чуть-чуть ярче, но это за счет марганцевого аккумулятора.